Водная феерия заставляет горожан останавливаться и любоваться ей. Первым специалисты подключили известный фонтан «Тюльпан». Вслед за ним красочная водная церемония прошла еще на 8 объектах. На сегодняшний день были подключены 9 городских фонтанов. Это фонтаны «Тюльпан» на Имране, в Центральном парке, на площади Ордабасы, озере Сквер Шамшы-Халдаякова, микрорайоне Нурсат, административный центр и озеро Тулпар. Ответственность за уход и ремонт городских фонтанов и скважин несет ТО «Шымкент Жасыл-Кала». Но пока это не полный список, в городе еще остаются водные гиганты, которые ждут своей очереди. Многие фонтаны включили после ремонта. В этом году на их обслуживание выделили 154 миллионов тенге. Ну, эмоции у всех жителей, у всех горожан, конечно, хорошие, приходят. Наоборот, все говорят спасибо, что все обновили, все по-новому смотрится. И сейчас жара начнется, весь дом приходит возле фонтана стоят. Конечно, это прохлада, конечно, это приятно в городе. Тем более в центре города такого фонтана практически больше нету. Обновили его, он стал еще красивее. В нашем жарком климате вода, она всегда нужна. Она всегда создает благоприятную атмосферу. Сейчас в Шымкенте есть 23 фонтана, а еще 32 скважины. В полную мощь они заработают уже с 1 мая и будут радовать шымкентцев с 8:30 утра и до позднего вечера. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.